Беспрецедентный для России штраф в 148 миллиардов рублей за Норильскую экологическую катастрофу собираются направить не в бюджет края и заполярного города, а в федеральную казну. Это решение поддержали депутаты Госдумы при рассмотрении поправок в бюджетный кодекс страны. Инициатива вызвала бурное обсуждение и в итоге была одобрена большинством народных избранников. При этом представители Красноярского края добиваются, чтобы вся сумма, которую хотят взыскать с компании «Норникель», имела целевое назначение, пошла на ликвидацию последствий масштабного разлива топлива и работы по предотвращению подобных ЧП. В третьем окончательном чтении законопроект рассмотрят 21 июля. Если они их забирают на федеральный уровень, значит, они должны быть окрашены. Это должен быть специальный счет для того, чтобы устранять вот эти все недостатки, которые случились в связи с аварией. Вот такое мое было требование. Если говорить по большому счету, ущерб наносится природе, экологии. А кто во главе угла? Человек. Это качество жизни человека. Поэтому в первую очередь мы должны думать о том, что человеку дышалось легче и жилось хорошо. И те штрафы, которые взыскиваются, они должны улучшать качество жизни. Неважно, где человек проживает, а случилось там, давайте все это делать.